Итак, вот наши все продукты уже готовы. Это у нас такой небольшой бокс получается для ног, но мы, конечно же, туда положим свечи из ващины. Делается очень легко, очень ароматный продукт получается. Так, здесь у меня визитка получается. Так, закрываем крышкой наш бальзам для ног. Так. Вторая баночка. Так. Что я сюда добавлю? Это у нас соль для ног. То есть женщина сначала делает ваночки для ног, распариваем ножки, желательно в теплой воде добавляйте. Еще можно CO2 экстракты даже. Морскую соль можно выбрать, английскую соль можно выбрать. Так, оставшуюся часть мы можем с вами еще добавить вместо свечи из ващины. Это увлажняющая вода для ног, показала, как делается. И еще, например, мы можем сюда добавить бальзам. Любой бальзам. По величине они разные получаются. Если здесь остается у нас место, мы можем добавить еще наполнителя. Мы можем сделать еще меньше свечку. В принципе, и так помещается, но как хотите, как заказывает, так и делайте. Просто если свечи есть, это как бы подразумевает некий релакс. То есть женщина распаривает сначала ножки теплой водички, потом водой увлажняет, специальная водичка увлажняет свои пятки, а потом открывает ваш волшебный лечебный бальзам. Очень ароматный, очень питательный, увлажняющий бальзам получается, заживляющий бальзам получается. И в это время, в принципе, зажигает свечи и таким образом получает релакс у себя дома, благодаря как раз-таки вам. И вот такой вот набор для ног вы можете сделать для наших прекрасных женщин. Тут уже просто зависит от вас. Можно выбрать стеклянные баночки, можно выбрать пластиковые баночки, можно приклеить сюда, получается, наклейку. Так, давайте наклейку. Так, например, у меня есть такая, это не наклейка получается, это у нас открытка. Можно открытку приложить сюда, можно оставить здесь, можно взять бумагу тищу, накрыть сверху получается, и сверху уже положить вашу открыточку. Бумага тищу выглядит вот так, они бывают разного цвета, на сайте Simolent их очень много, выбирайте тот цвет, который вам нравится. Для отправки почты это вообще прекрасный вариант, считаю. Так, можно еще приклеить, конечно же, QR-код, можно приклеить ваш логотип, если у вас есть. Так, сейчас я вам покажу. Вот, QR-код здесь приклеиваем. И логотип. Логотип сюда, завязали ленточкой, и соответственно здесь еще ваша открытка будет, и все. Вот такой вот прекрасный спа набор можно подарить нашим прекрасным женщинам, чтобы они в зимние холодные вечера грели свои ножки и стали здоровее.